утру приснилось мне, словно кто-то постучал прямо в душу. Только все никак я не пойму, кто же это был в такую тьму. Может, это сам к себе пытался достучаться. И теперь все гадаю, что было со мной, кто посмел мой нарушить покой. Только нет ответа, только жизнь свое берет. Надо двигаться вперед. Может, кто-то меня ждет, а я не слышу. Может, растворится эта тьма. Может, растворится тишина. И я вдруг услышу голос близкий и знакомый. Только где этот голос, зовущий меня предрассветом грядущим?